Как говорится, ничто не вечно под луной, и у всего есть свой срок годности. И что-то уходит из моды, а что-то приходит, а что-то вечно. Итак, пока обрабатывается очередная сеть и простоит, расскажу вам о такой игре, как Words of Wonders. Не знаю, почему-то ее путают с World of Warcraft. Вероятно, потому что схожа аббревиатура. На самом деле, это две совершенно разные игры. Что ж, давайте приступим к обзору. При входе нас встречает вот это колесо фортуны. Оно доступно 24 часа в сутки. Колесо можно крутить 6 раз. Один раз за бесплатно. Если кто не обращает внимания, то оно так у меня лагает постоянно. Молния убирает все ненужные ячейки, где количество кристаллов меньше всех. А остальные 5 раз вы можете крутить за просмотр роликов. Подождите немного. Ну вот, теперь появилась кнопка «Крутить». За просмотр рекламы вы можете прокрутить это колесо еще 5 раз. Деспот он. Ограничивает тебя во всем. Крутит, вертит. Запутать хочет. Обманет. Видите нахер. Ты и так уже всех задолбала. Если что, эта игра меня может лагать, так что... Все не обижайся. После попадания на ячейку, она преображается в лучшее. Пока реклама загружается, объясню остальное. Лампочка придает уменьшение цен на подсказки в течение часа на 50%. А подарка, значок, это несколько кристаллов, а также шанс купить премиум аккаунт и всю игру проходить на изи. Так что вот так. И, наверное, вы меня спросите, откуда у тебя столько кристаллов? У меня больше 400 никогда не было. Но я скажу, где берутся кристаллы. Их можно выиграть в вот этом самом колесике. Также их можно добыть за прохождение глав. А также их можно получить... За так называемые бабочки, которые иногда проскальзывают в игру. Ты но против изжоги! На помощь придет Гивискон! Найди фрагмент, где огонь встает на пути персонажа. Загрузи на канобу и участвуй в конкурсе «Не играй с огнем». Получи шанс выиграть огненный ноутбук. Гивискон двойное действие. Твой защитный барьер от... Вот скажите, пожалуйста, на что я только что потратил 15 секунд своей жалкой жизни? Так, давайте-ка я перейду к последнему кручению, потому что это может затянуться надолго. Видали, какие призы могут выпадать в этом колесе? Так что, пожалуйста, не нойте, то, что вам выпадает мало кристаллов. Просто это такой рандом с вами троллит. Поэтому всех вам благ. Итак, в этой игре присутствует два режима. Основной режим и пазл дня. О первом режиме расскажу прямо сейчас. Всего существует два типа подсказок. Лампочка, которая подсказывает нужную букву. Что лагает? Прошу извинить. Ой, что-то я туплю.
Кстати, если вам надоедает реклама в данной игре, вы можете убрать ее за деньги. Так что привыкайте, ребята. Как вы видите, процесс игры состоит в том, чтобы находить и отгадывать слова. А, кстати, молоток позволяет выбирать ячейку наверху, чтобы открыть любую букву, например, вот эту. Имейте в виду, число таких бонусов ограничено. Кстати, 100 кристаллов равняется одной подсказке. Так что вы не думайте, что я вообще не трачу кристаллы. Трачу, но я стараюсь развивать свой мозг. Так что смысл вам понятен. Всего уровни поделены на локации. А сами локации, как вы видите, поделены на континенты. Я нахожусь сейчас на третьем континенте. Так что все нормально. Также в игре есть пазл дня. Это такая же собиралка букв, но в несколько иной стиле. То, что звездочка, это за звездочки вы разблокируете страну. Подождите немного, я сейчас покажу вам суть. Кстати, если вы услышали такой звук, это означает, что слово-то по сути правильное, но в пазле оно отсутствует. Так что не удивляйтесь. Ну, как-то вот так. Подождите. Ну вот, если что, сохраните сейчас это задание, если вдруг оно вам будет затруднение. Ну что пойдете с языком? Кстати, звезды нужны для разблокировки страны. Но я уже успел разблокировать Турцию, так что мне придется ждать лишь июня, чтобы открыть новую страну. Каждая звезда стоит 5 кристаллов, добавляемые вам. На этой кнопке вы можете смотреть всю коллекцию стран, которые вы собирали. Кстати, я хочу сказать одну вещь. Если вы хотите сохранить свой прогресс в World of Wonders, просто зайдите в свой аккаунт в Фейсбуке. Я тоже, знаете, охерел, когда об этом узнал. Так что держите в курсе. В магазине вы можете убрать рекламу за деньги, а также приобрести премиум аккаунт, бесплатные подсказки удаления рекламы, то одни ежедневные подарки. Также вы можете покупать кристаллы за реальные деньги, а также приглашать друзей. Каким образом? Вы можете приглашать через соцсети. В общем, как-то вот так. Иногда на уровне может появляться вот такая бабочка. Если отгадаете слово, на котором сидит эта бабочка, то получите... Если отгадаете слово, то получите подарок, которую нужно еще дождаться. Так что прошу меня извинить, игра очень сильно лагает. Поэтому
Итак, как я и говорил, на уровнях иногда появляется вот такая бабочка. Если вы отгадаете слово, на котором она стоит, то вы получите такой подарок. Ой. Если что, это у меня иногда так проскальзывает, так что не обращайте никакого внимания. Какое же слово? Все, что вам нужно делать, это подождать до того, как подарок время истечет. Но можете не переживать, можете спокойно так проходить уровень. А подарок никуда не денется. Это сначала я переживал, а потом все стало спокойно. Итак, время подарка пришло. Но это я еще встречал обычную бабочку. Попадается и более светлая бабочка, но ее приз придется ждать намного дольше, но и он того стоит. Ну что можно сказать? Игра хорошая, и развитие памяти, моторики и тому подобное. Ну что ж. Серии про Стрита могут выходить с задержкой, но я стараюсь выпускать их каждый день. Так что не теряйтесь. Бывайте!